девочками ходим в школу юного модельера. Здесь мы учимся разрабатывать и отшивать одежду. Мы успели изучить историю различных костюмов и создать коллекцию в стиле Древнего Египта. Это наши работы. Также мы сделали общую работу коллекции в футуристическом стиле. Мы надеемся, что в следующем году у нас появится возможность шить эту коллекцию. Для того, чтобы разнообразить одежду, мы учимся создавать фактуры. Показывай, рассказывай. Это сделала каждая из наших девочек. Вручную. В прошлом году была сделана коллекция. Это ее элементы. Мы приглашаем всех вас к нам, и вы сможете воплощать все свои идеи в одежде. Также мы учимся создавать различные отделки. Они необходимы для того, чтобы одежда была интереснее. В прошлом году была создана коллекция. Вы можете пронаблюдать ее элементы. Некоторые виды отделок были использованы в ней.